35-летняя женщина, вернувшись вечером домой, обнаружила, что днем в ее отсутствии неизвестный проник в квартиру и похитил золотые украшения. Она немедленно сообщила об этом в дежурную часть управления координацией деятельности органов внутренних дел Алмазарского района. По факту кражи на место преступления выехала следственно-оперативная группа. Были изучены записи с камер видеонаблюдения и изъяты отпечатки пальцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый 32-летний Акмаль. Вскоре он был задержан. Как стало известно, это не единственное преступление мужчины. Ранее он совершил аналогичные кражи. В ходе беседы он рассказал, каким образом выбирал квартиры и открывал двери. Я приезжал с Коканда и совершил кражи из квартир. Я заходил в подъезд, высматривал квартиры с китайскими замками, стучал в дверь, если никто не открывал, то вскрывал замок с помощью универсального ключа, фольги и отмычек. Потом заходил в квартиру, брал золото и деньги и уходил. Все это происходило днем, когда многие на работе. Так, путем подбора ключей он проникал в квартиры, забирал деньги и драгоценности. Золотые украшения мужчина сбывал на рынке, а деньги тратил на собственные нужды. В ходе следствия стало известно, что ранее Акмаль совершил кражи в Ферганской области, после чего скрывался на территории Ташкента, где также совершил несколько преступлений. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 «Кража» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Мужчина находится под стражей. Теперь, согласно закону, за совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.